Алло, здравствуйте. Вас беспокоит радио АСТВ. Я вас поздравляю от всей души. Сегодня вы выиграли моторную лодку. Вы сегодня невероятно удачливы. А скажите, в чем ваш успех? Позитивно стараюсь ко всему относиться. Вот, ваш подход сработал. Вы действительно получили сегодня невероятно хороший приз. Скажите, откуда вы? Корсакова. Первая моторная лодка в рамках викторины «Твой выбор» уплыла из студии радио АСТВ прямо на морское побережье в Корсакове. Приз Юлии Долговой вручали впятером. Управиться с трехметровой лодкой и мотором хрупкая девушка сама не смогла. Да и в реальность победы поверила только когда сама поднялась на борт. Пусть пока и на берегу. Сегодня я пошла досрочно проголосовать на избирательном участке. Раздают купоны для участия в этой акции, проводимой АСТВ. Ну, я зарегистрировала свой купон на сайте АСТВ.ру. Сама того не ожидаю. Через буквально час-два получила звонок с радио о том, что я выиграла приз. Даже скептически настроенному мужу сахалинка сказала, а я говорила, что нужно прийти на участок. Теперь счастливая улыбка Юлии озаряет всех вокруг. Даже пасмурный день стал светлее. Выиграла вот этот замечательный приз. До сих пор не могу в это поверить, не ожидала. Очень рада, спасибо всем огромное. О своем выборе принять участие в викторине не пожалели уже десятки человек. Среди них жительница Синегорска Татьяна Абросимова. Когда на ее номер позвонили ведущие Первого областного, она сначала не поверила. Думаю, может, шутка какая. Оказывается, это все на ее. У него мужа день рождения 12 июля. Думаю, может, ему подарю, может, себе оставлю, может, внука. Короче, еще не решила. Большой телевизор, один из многих, отправился в Анисское село Троицкое вместе с Алексеем Самусенко, который сначала тоже был настроен скептически. Никогда не выигрывал и не верил до последнего. И сейчас молчал, никому не говорил, пока не получу на самом деле его уже в руки. 25 июня викторина «Твой выбор» перешла в онлайн-формат. Заветный купон можно получить на участках для голосования по поправкам в Конституцию. Его зарегистрируйте на сайте stv.ru, отвечаете на вопрос и получаете шанс выиграть. Победителя определяют с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш проходит 20 раз в день, до 1 июля включительно.